Сегодня мы приготовим вкуснейший влажный брауни без духовки. Для начала соединяем яйца, затем молоко, сметану, подсластитель. Я буду использовать мед. И все очень хорошо перемешиваем. Далее добавляем какао, измельченные овсяные хлопья, разрыхлитель и ванилин. Снова перемешиваем. Готовить мы будем на сковороде. У меня 22 сантиметра, смазанное немного растительным маслом. Готовим под крышкой на медленном огне 40 минут. Готовый брауни я нарезала на квадратики и украсила растопленным шоколадом без сахара, орешками и малиной. Все, приятного аппетита!